Всем здравствуйте. Я сейчас хочу поделиться своими мыслями, почему люди зарабатывают мало или очень мало. И почему бывает якобы там какие-то стеклянные потолки. Хотя, кстати, сама фраза «стеклянный потолок» как бы его не видно, но не дает подняться выше. Это связано с тем, что внутри есть убеждения определенные, которые строятся на ваших, на наших ценностях. И поэтому, что бы там человек ни делал, вернее, даже что бы он ни говорил, что я там этого хочу, на самом деле он не хочет. Да? То, что внутренние убеждения говорят, что там опасно, там страшно. То есть ценности более высокого уровня, они говорят, что туда не ходи, снег, башка попадет, совсем больно будет. А вот это то же самое касается что денег, что здоровья. Допустим, человек говорит, я хочу быть здоровым. А для этого на самом деле ни хрена ничего не делает. Или родственник какой-то пытается помочь, спасти кого-то, но делает шаг вперед, два шага назад. То есть нифига для спасения родственника ничего не делает. То, что внутри уже решил. Он надоел, мне столько плохого сделал, что пора бы ему на тот свет уйти. А самому себе даже, или самой себе даже признаться стыдно в этом. Как бы, ну, не по-христиански это. Но такова жизнь. Ну, то же самое с деньгами. Вот. То есть люди хотят огромные цели. Огромнейшие цели хотят. Но при этом ничего такого делать, чтобы для достижения этих целей не делается. Только о том, что говорится, я там хочу оздоровительный центр моего имени. Ага. И уже там 7, 10, 20 лет проходит, а ничего реально это не делается. Вот, к достижению этой цели. Как-то так. Поэтому, если хотите успеха, то нужен наставник, или который будет подсказывать, или хотя бы с кем-то можно будет поговорить на эту тему. Или коуч, который поможет раскрыть внутреннее состояние. Или тренер, который будет говорить, что нужно делать, и требовать этого исполнения. При этом все хороши, и тренер, и коуч, и наставник. Вот. Ну а я целитель, от слова целое, я могу быть и тренером, который подскажет и заставит, что делать. Могу быть коучем, который поможет раскрыть внутренний потенциал. Помогу быть наставником, с которым можно что-то обсудить, или партнером. Или найти других партнеров, которые могут как бы, ну, помогут в этом лучше, чем я, да, в какой-то области. Как-то так. Ну, могу привести, когда я был коучем, вернее, не был коуч, а я сейчас коуч. Я работал как коуч, то есть как раскрываю как бы вот внутренний потенциал. Причем это как бы раскрылось с самого первого занятия. Вернее, самое с первой практики. Я, значит, меня клиентка, миллионерша приводит на, ну, короче, звонит, Вася, все, бросай, приезжай. Ну, все бросил, приехал. Она, сиди здесь рядом. Ну, оказалось, что это коуч, обучение коуча. Эриксоновский университет проводит одно из первых занятий, и я так сижу. Ну, я сейчас читал про этого коуча, думал, коуч это на русский язык переводится как тренер. Причем даже смотрел американский фильм по баскетболу на английском языке, и там в этом фильме обращается к тренеру коуч, коуч. Он реально просто тренер там, сборной команды колледжа по баскетболу. И к нему обращается коуч. То есть он тренер. Вот.
Но оказывается, есть еще другое понятие коуч, которое не подсказывает, что нужно делать, а просто раскрывает внутренний потенциал. Это вот в мыслеобразах, так сказать, формы, ну, в определении Эриксоновского университета и тех университетов, которые он породил, копии его. Вот, я, значит, этот коуч прохожу. Ну, дали список вопросов, которые нужно задать женщине, у которой такие же вопросы, как у меня. Но я первый это делаю. Я ей задаю вопросы. Она такая полная женщина. И тут неожиданно она такая: «Ра! Я решила! Я решила!» Я на нее смотрю: «Ты что? Что случилось-то? Я же ничего не сделал, я просто задал список вопросов». Ну, в смысле, зачитал список вопросов, она на них отвечала, а я записывал за ней. Вот. И по итогу она, так сказать, решила проблему, да? И так смотрю, она такая счастливая, прыгает: «Ура, ура!» Думаешь, что за дела? Вот. То есть она за полгода не могла решить какую-то проблему и решила. Благодаря мне. Ну, я бы сказал, в принципе, тогда на тот момент не мне, а системе вот из этих списка вопросов, которые задаешь, и человек раскрывается. Потом на мужчине тренировался. Также он тоже прыгал, он там решил проблему с детским садом. Ну, какая была проблема у женщины, я не знаю, или не помню. Может, он даже не говорил, просто сказал, что была проблема. И когда эта женщина, допустим, прыгала, то я вот так думал: «Чё, слушай, чё она прыгает? Где у меня мозги?» Я же ничего не сделал, просто список вопросов зачитал. Вот. Это вот эта прелесть коучинговой системы. Естественно, там, условно говоря, какая-то коучинговая система не поможет правильно сварить там суп, да, или погладить рубашки. Вот. Или быстро забивать шайбу в ворота. Но раскрыть внутренний потенциал, да. И была другая, допустим, одной, ну, я, значит, пошел тренироваться на другой женщине. Вот, значит, на ней тренируюсь. Вот. Вот уже она вошла вообще в измененное состояние сознания, испытала трансовое состояние, оргазм, там, все в одежде, на кухне. На ее она пришлось применять навыки рукопашного боя, ну, чтобы она не покалечилась. Вот. Навыки заняться цигуна. Хотя я то же самое зачитывал, просто вопросы. И вуаля, она, у нее запрос был на получение, ну, приобрести трехкомнатную квартиру. Через 4 месяца она въехала в трешку. То есть, ну, мне пришлось как бы применять, почему говорю целитель, потому что здесь с ней пришлось применять коучинг, знания цигуна, вернее, знания, навыки по цигуну, по рукопашке, умение вызывать трансовое состояние, в том числе коучинг в одежде, вернее, этот экстаз, оргазм в одежде. Все, она приобрела. Вот такие вот, так что все вместе. Я так, допустим, обучаюсь, прохожу обучение остеопатии. Ну, остеопат — ведущий занятия. Я, в принципе, учился у остеопата и в институте остеопатии тоже учился в двух местах. Вот, а я остеопат — ведущий занятия. Он, значит, объяснил, там нужно так просто так потрогать тело. Я, значит, трогаю свою клиентку. И в результате у нее выходит ленточный червь из тела и уходит, проходит застарелое напряжение в тазу. В общем, каким образом вышел ленточный червь?
Вот. Ну, как бы создал мои касания по системе остеопатии, хотя там не предполагалось совершенно, что будут выходить червяки из тела. Вот. Поэтому кому нужны великие результаты, в общем, обращайтесь, помогу. Что-то сделаю за вас, а что-то надо будет делать самим. И у меня, собственно, была большая проблема на эту тему. Как бы, как себе представлять. Потому что, что бы там ни сказал, там тренер-то немножко не то. Целитель не то. Ну, вернее, это всего лишь часть. Часть меня. Наставник. Короче, ну вот смысл в том, что кому нужны прорывные такие большие результаты в жизни, в деньгах, обращайтесь, помогу. Или какие-то проблемы, которые не решили узкие профессионалы, тоже могу помочь. Или здоровье там что-то какое неизлечимое. То, что здоровье, касается здоровья, тоже там начинают спрашивать, какие ты методы используешь. Да все использую. Все, что есть, в том числе там толкаю или поджопник даю, так сказать, чтобы шли к врачу, подзатыльник. Вот. Или наоборот, увожу от врачей. То, что врач от слова врать. Вот. С другой стороны, есть врачи, которые там классно помогают. Почему-то от них нужно отказываться. Есть таблетки, которые убивают там. Женщине моей клиентке прописали лекарство, которое в 5% случаев убивает бактерии вместе с носителем. 5% вместе с носителем. Но так как люди, которые читают этот текст, включая врача, они не понимают, что такое носитель. Я это понимаю. Вот. Поэтому каждого 20-го человека таблетка убивает. А самое противное, самое страшное в этой ситуации, что сами бактерии, они не смертельны. Они вообще никого не убивают. А лекарство убивает каждого 20-го. Вот. Поэтому, если, как говорится, впрягаюсь там по здоровью, то использую всех и вся. И врачей, и наоборот отказываюсь от врачей, и фармацевтов, да, и какие-то, ну, другие способы. Бактерии я, кстати, убил в кишечнике. Ну, другими способами и совершенно не смертельными. И даже которые не давали никаких побочных плохих эффектов. Вот. Ну, бактерию убил в кишечнике, потом пришлось еще их заселять. Ну, кстати, опять же, использовал вполне официальную медицину. Заселял бактерии из, ну, бактериями, лактобактерии, бифидобактерии, которые делает институт Габричевского. Он занимается, вполне официальный институт, занимается производством бактерий, их лечением, ну, в общем, использованием. Вот это я использовал. Потому что после того, как убил бактерии, убить, ну, конкретно эти бактерии, которые вредны, я не знал. Вот, поэтому пришлось убивать там все подряд. Кишечники. Но опять же, не совсем все подряд, что-то осталось. Вот. Но на всякий случай заселил еще полезными бактериями. И опять же, кишечник работает как часы. Прошло уж там не один десяток лет. Но во всяком случае, явно больше 10 лет. Кишечник здоров. Вот. Потому что важны еще отдаленные последствия. И вот так вот некоторые меня критикуют, потому что Вася, Вася, ты все расплываешься мыслью по древу. Не конкретно. Нет, для меня это конкретно, потому что надо как бы обрисовать картину с разных сторон. Вот вы сейчас у меня видите нос, а так носа нет. Вася есть, а носа нет. И даже сейчас, да, вот. Вроде как бы спереди, а тоже носа у Васи нет. А если
Вот это вот не делать с разных сторон, обрисовывать, то как бы получается, как слепые, которые трогали слона в басе, там один трогает там ногу, вернее, это там клык. Или кто там у него, что там. Ну, короче, этот клык торчит у слона, бивень. И ему объясняют, что вот он же, как бы, сами понимаете, он такой гладкий, как там колонна. Кто-то трогает хвост, он тонкий, как веревка. Кто-то трогает лапу у слона. То есть, и все называют по-разному представление у этих слепых слона. И вот чтобы этого не было, то, что для решения, собственно, так и поступают врачи. То, что они человека разделили там на 500 специальностей, да? И поэтому за деталями не видят леса. Там самое вопиющее, когда делают, ну, одно время, я не знаю, как сейчас, одно время там, когда начали разделять, операцию на влагалище делают женщине, а у нее опухоль переросла в этот самый, на кишечник. Они же там рядом. И все, и операция прекращается. Вот, и потому что кишечником должен заниматься врач по кишечнику. Да. Ну вот такая вот лабуда. Это я то, что прочитал в газете на эту тему. По поводу кишечника. А все, что перед этим переводил, это свой личный опыт и опыт моих клиентов. В общем, хотите прорывов, обращайтесь. А на самом деле поводом или стимулом для того, чтобы вот это видео записать, была моя бывшая клиентка. Вот, иногда была подругой, ну, может, и сейчас подруга, которая, как бы, вот у нее хочет создать оздоровительный центр. И вот уже лет 15 или 10. Она его не создает, потому что есть ограничивающие какие-то убеждения, которые ее не пускают это делать. В общем, кто хочет убрать ограничивающие убеждения, жить счастливо. Ну вот, кстати. К сожалению, вот она сейчас пошла провожать сына на спецоперацию на Украину. Его мобилизуют. Но при этом не захотела ему предложить, чтобы он у меня прошел курс выживания, в том числе и в горячих точках. В кавычках горячих. Ну вот как бы селеви. Ладно, всем счастья.